4 апреля в 16 часов в городском объединении «Досуг» проект «Бард-вагон. Город Москва». Новая программа «Классика бардов». Телефон кассы 727-85, категория 6+. 15 февраля в 18 часов городское объединение «Досуг» приглашает на выступление вокальной группы Союза ветеранов «Город Усинск». Боевое братство. Вход свободный. Телефон кассы 727-85, категория 6+. Администрация муниципального района Печора информирует о дополнительных выборах в общественный совет муниципального района Печора. Членами общественного совета муниципального района Печора могут быть граждане Российской Федерации, имеющие особые заслуги перед государством, республикой Коми, муниципального района Печора, представители от общественных объединений, кандидаты от представительных органов муниципального района Печора, трудовых коллективов. Прием заявлений осуществляется до 25 февраля сектором по социальным вопросам администрации муниципального района Печора по адресу: улица Ленинградская, кабинет 410, с понедельника по пятницу с 9 до 17, перерыв с 13 до 14. Подробная информация размещена на официальном сайте администрации муниципального района Печора www.pechora.online. Агентство недвижимости «Партнер» начинает свою работу в Печоре. Принимают заявки по продаже квартир на муниципальных торгах. Продажа квартир в Ухте и Санкт-Петербурге. Адрес: Печорский проспект, 110, второй этаж. Телефон 8-912-954-48-00. Компания «Топ Окна» объявляет суперакцию. Только до 1 марта окно под ключ из трехкамерного профиля по цене 11 500 рублей. Компания «Топ Окна». Мы строим вашу мечту для комфорта жизни. Адрес: улица Свободы, 13. Телефон 3-20-63. Фирма «Сантехрезерв» предлагает все виды сантехнических услуг: замена труб, реставрация ванн, устранение засора труб, установка и замена смесителей, подключение стиральных машин, ремонт и установка сантехники, а также теплые полы, сварочные работы и многое другое. Заключение договоров, рассрочка платежа, гарантия. Фирма «Сантехрезерв» – это качество и разумные цены. С 11 по 16 февраля в магазине «Классно» акция. Покупая два пуховика, вы платите за один. Вас ждут по адресу: улица Гагарина, 36. Продается трехкомнатная квартира на 4 этаже пятиэтажного дома по улице Школьной, 13. Солнечная сторона, теплая, стеклопакеты, счетчики воды. Цена договорная. Обращайтесь по телефону 8-912-954-59-86. Предприятию для работы вахтовым методом требуется экскаваторщик. Обращайтесь по телефону 8-926-49-48. Медицинский центр «Семейный доктор» приглашает на прием специалистов в удобное для вас время, без очередей по предварительной записи. 15 февраля косметолог, трихолог-дерматолог Андрияш Анна Александровна, сосудистый хирург, врач высшей категории Михайлов Дмитрий Валерьевич, акушер-гинеколог Бронникова Виктория Юрьевна, невролог Макарова Нина Михайловна. Детский прием 22 февраля. Хирург, колопроктолог Ахмедова Валерия Андреевна, кардиолог Пельмегова Галина Васильевна. 29 февраля гастроэнтеролог Ушакова Наталья Александровна, офтальмолог, врач высшей категории Панченко Павел Николаевич, онколог Выдрин Андрей Иванович. Запись по телефону 3-12-70 и 8-912-567-61-21. Адрес: Печорский проспект, 57. Требуются каменщики, разнорабочие, вахтовый метод, работа по договору. Обращайтесь по телефону 8-912-148-82-53. Разместить информацию в программе «Телегазета» вы можете, обратившись в Центры обслуживания клиентов по адресам: улица Островского, 74, и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 3-56-90. Внимание! Информация дублируется на нашем сайте www.volna-plus.ru.